Оператор, снимаешь? Да, Сергей Александрович. Снимай, моя хорошая. Друзья, всем доброго времени суток. Мои хорошие, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Начитался я море комментариев давеча с позапрошлого супа горохового. И мне аж за вас стало неудобно, елки-палки, что я вот так вот вырядился, как это, в панталонах. Звиняйте. Так что так, сегодня буду готовить при параде. Алиночка, ваш фурик на месте, пиджак тоже случился. Так и так. Оператор, ну что, понеслась? Давай. Ребята, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Опача. И что? Я вам имею сказать. Тоже панталоны, панталоны. Я дома. Ребята, не надо стесняться, просто смотрите. Короче, сидите аккуратненько на жопе и получайте море удовольствия. С нас для вас таки заряд шикарного, хорошего настроения. Мы сегодня собрались по непростому поводу. Во-первых, мы Татьяну Михайловну привезли в гости к нам первый раз. Ходит человек. Ягоды собирает. Ягоды собирает. Да-да. А мы, Катюша, сейчас с тобой протестируем эту чудо замечательную печку. Шо у тебя? Не губы обещал к салу кусочек тянутся? Вот этого, да. Ну, сделай. Но мы же не в театре, антракт ждать не надо. Поэтому в любой момент посмотрите, я тебе сделаю. Какой у него пинджак свадебный. Я его сегодня собирала. Короче, на съемку. Уже и пиджак есть, а свадьбы еще не было. Это все одна большая репетиция. Слышишь, я этот ошейник могу уже снять? Давай. Я же по-домашнему. А? Скажи мне, я понял, некрасиво тельняшку в панталоны заправлять. Ну, Катюня, сегодня будет просто именно махач по полной программе. Кстати, телячья, на киевском рынке у ребят лучшая колбаса за всю Одессу. Шо? Не, ну ты меня потолще отрежь, я такой тоненький не хочу, так что... Любовь моя, а тебя врезет? Ну, чуть-чуть меньше. Вот так вот? Нет, чуть-чуть, я сказала, меньше, еще чуть-чуть это. Вот так вот? Вот так вот, да. Так тебя сейчас люди заклюют, скажут, ты что это, ну это же... Я хочу съесть. Да никто так не берет в рот, ешкин ты кот, ты что? Я беру такой кусочек и кушаю. Боже мой! Фу! Что фу? Я бы вряд ли это по телевизору смог увидеть. Ты опасный человек? Чем? Ртом? Ребят, да ты не укай, скажи, ребята, ваше здоровье, ну хотя бы так культуру прояви свою, елки-палки. Татьяна Михайловна, надо уму-разуму научить. Ой, сейчас твоя мама здесь, ох, я сегодня буду... Не поможет же, Сереж. Даже так? Ладно, Горбатова шо? Угу. По черёвок исправит. Катюня, угу. Короче, ты меня сбила своей колбаской, все пошло не по расписанию. Во-первых, смотри, у меня целая куча моря хлеба, ребята, темный хлебушек. Это чтоб для тех, кто выращивает огурцы, я не знаю. Но я чего-то, вчера мне эта новость попалась. Первый. А где ты это вычитал? Я второй. Где-то попалась. Как удобрять огурцы? Ты не думаешь? Те, кто огурцоведы, знатоки, подскажите. Смотрите, короче, темный хлебушек кидается в ведро. Я этого хлеба накупил, что мама дорогая. Заливается водой. Ты не думаешь, что мы испортим? Огурцы? Да. Вот уверен в том, что не испортим. А если там какая-то мошкара заведется или какая-то... Фу, Катя, боже мой, ты меня уже вот это вот, ёшкин ты кот, ё-моё, блин. Ну как это с тобой экспериментировать? Мы делаем закваску. Короче. Бабушка учит Елисея смородину собирать. А что, он не умел? Ну, видно, нет. Так, аля-улю. Водичкой заливаю. И все, и на недельку в теплое место. А какое теплое место? Да любое, куда угодно. Только надо будет придавить чем-нибудь, чтобы хлебушек не всплывал, понимаешь? Неделю постоит вот эта вот штука. Может, ты самогонку собрался делать? Не знаю. Перестань меня вот это вот... как это, блин? Все время какую-то ахинею нести против моих правильных слов. О, да, давай, зарабатывай комментарии себе, давай. Там есть часть женщин, которые пишут, боже, бедный Сергей. Мадам, снимаю шляпу, целую ваши руки. Спасибо, что вы у меня такие есть. Эх ты, что бы я без вас делал. Дайте немножечко.
Дайте мне немножко. Вот помолчи. Я людям дело говорю. Может, кто не знал, а я же попросил, говорю. Те, кто знают, закваской этой огурцы можно поливать? Потом эта заквасочка 1:3. И поливаешь огурчики. От начала цветения до конца удобрения, понимаешь? С самого начала. И потом вот эти твои огурцы будут вот такие, понимаешь? Даже в баночку 3-литровую не влезет. Вот я хочу проэкспериментировать. А ты рындануть забыл, Сереж. Ёшкин кот! Миша, извините, я еще не привык. Эх ты, ну да. Да спокойно, не торопи события. Я еще не знаю, куда друзья, я повесил. Друзья, всем привет. А потом рындани. Точно. Друзья, всем привет. С вами Скрипан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, что это есть? Мама дорогая, что это за музон? Очень приятно. А, на весь Гросс-Либенталь звук пошел. Не, по-любому немецкая, 100%, а? А я о другом. Шо? Вот я сейчас смотрю, снимаю тебя, и вот у нас все в одном таком, одной цветовой гамме. Там вот розовая качель висит. Я на весь тебе, в черном. Розовая бабочка вот так вот одета. Ага, что еще? Вообще, конечно, вот там стоит вот эта кофе-печка такая красивая. В общем... Нравится. Слушай, короче, что-то много лишнего. Так, ведро вот это вот, как ты говоришь, помой для свиней. Попрошу вас. Свиней пусть не стоят, заявить. Настаиваются. Я буду уже это все дело заводить. Короче, ребята. Тебе не жарко? Пока не начало. А что, можно снять? Ну, наверное. Только бабочку оставь. Так я с удовольствием. О. Слышь, ну совсем да. Другое дело, да. Елки ты палки. Мама дорогая. Вячеслав. Славик, самый известный гончар города Одессы. Угу. Те, кто не знают, вот вам телефон, будете знать. На самом деле, если вдруг хотите что-то кому-то подарить, ручной работы, елки-палки, или себе такое заиметь, маленькая вещь меня удивила тем, что хватит ковыряться пальцами у себя во рту. Я все-таки людям дело говорю. Если ты думаешь, что ты за ширмой снимаешь, и вот это по локоть себе там ищешь остатки почеревка... Сережа... Откуда ты доставаешь? Послушай меня, пожалуйста. Я вырежу это. Ты только что придумал. Нет, надо было мне в зеркало, короче, вот так вот. Слышишь, я понял. Ребята, короче, лайфхак для вас сделаю. Я рынду эту, наполирую до зеркала. И буду так вот стоять, чтобы вы видели отражение, что она там делает за кадром. Все, ты успокоилась там? Навела порядок? Как там? Забор в порядке. Забор пересчитала? Да. Я за Славика хочу дальше сказать. Короче, ребята, вам столько удивительно. Вот тебе, кстати, и Инстаграм Славика. Он молчага. Показывает. Еще и учит людей. Как глину делать. Как запекать. При какой температуре. Если не ошибаюсь, 1300 градусов. Надо еще раз будет на курсы сходить. Я же не договорил. То, что меня победила эта вещь, она очень экономная. Вы сейчас сами все увидите. Будем снимать почти одним кадром. Пожарим яешню, накидаем немножечко угольков, сварим кофеек. С другой стороны, что тебе еще для счастья надо? А? Что? Я Тёмуля. Катюня? Что, Серегуня? Слышь, а можно я это тоже сниму? Нет. Чего? Будь до конца. Кем? Мужиком? Да. А то вырядился в женских панталонах. Это не женские. Наверное. Эх ты, понеслась, печечка. Что, Уляночка? Молодец. Она нашла все. Себе занятие, да. Ногти никак себе не может придумать, из чего сделать. Ой, стреляет Сергей. Катюня, здесь трещит, это же уголь. Стой аккуратно, ты хоть глаза щурь. Я лучше отойду подальше. Как-то пахнет курицей. Которую... А может, Славик на этой печке курочку готовил крайний раз? А может, у тебя там шерсть твоя подпалилась? Где? На руке. Не смешно. Катюня? Что, кофейка сварим, пока будем яичницу готовить, да? Мама дорогая, я даже не знаю, с чего начать. А где? А, мы же взяли с тобой же вкуснейший кофе.
Скажи мне, что мы добавим такого молотого или лучше королевского черного одну бубочку на весь этот? А? Давай черного. Я думаю, что будет, наверное, по-любому. Вернее, черного королевского. Вкусненько, ага. Пока мы Маратом в Израиле. Маратик, тебе шалом от всех подписчиков, ёшкин ты кот. Ребята, можете лично ему передать. Вот вам инстаграм Марата. Пишите, всем ответить. Там, кстати, даже можно видеосообщение послать. Марат, давай, Джан, туда-сюда, короче, приезжай. И он вам что-то снимет. Что я хотел сказать, пока Марат там в Израиле кофе израильский покупает, у нас есть хороший турецкий. Он сказал, что он не смог найти с кардамоном. Как? Ну вот не знаю, сказал, отдельно кардамон привезет. Маратик, и не шукай, есть и кардамон, есть и кофе, все нормально. Главное, только уже поскорее возвращайся. Опача. Я еще пока не знаю, какая емкость этой турочки. Все. Ну три, Катюша, да, я же тебе готовлю, еще и маму угостим, что ты не жадничай. Я не жадничаю, ага. что я жадничаю. Глупости какие. Боже мой. Ты сейчас кайфанешь, закрой глаза, смотри, этот страшный изюм тебя сейчас откинет в такие воспоминания, что ты забалдеешь. Шри-Ланка. Занзибар. Губу прикуси и давай дальше кофе вари. Да, ладно. Чпок. Тихо, еще не попал. Гросслебенталь. Да. Скажи мне, а гросслебенталь даже покрасивее звучит, чем Шри-Ланка, да, и Занзибар? Ну, красиво звучит. Скажи, а вот столько надо или еще чуть-чуть? Чуть-чуть. О, уже муравей, смотри. О, сейчас мы его отпустим. Дружище. Друже, ты чего тут делаешь? Ты что, на кофе пошел? Блин, прикол. А таких нет чашечек, чтобы сразу пить? Есть. Слава? Надо дырочку проделать. И что? Ну там пьют. Да не, это называется для чая, то ли колобатина, что-то такое. Да, колобатина — это болото. Ну похожие слова, когда пьют из этого чая. Ставь. Фу. Фу, это было когда-то почерёвок, когда ты всем ртом ела. Никто не видел, кроме тебя. Так я никому не скажу. Все, давай сейчас заниматься едой, завтраком. Ну так спите, на природе птицы поют, березы шумят. Альбиция, скоро расцветет, ребята, будет такой шикардос, что просто обалдеете. Ёшкин ты кот, а? А что, еще нигде, ни чуть-чуть? Иди сюда. Ребята, желание за вас загадываю, что? Идем, я тебе покажу. Ты баба-яга с такими ногтями, мама дорогая, а ну-ка, переступай. У меня огурцы созрели мои, слышь? Смотри, Катюня. Хлобысь, тебе и мне. На, Любочка. Это тебе. Маме. Маме тогда вот это вот маме. Чтобы вы были здоровы. Это вообще папин огурец. Сладкий? Вау. Что? Иди, папа тебе что покажет. Иди сюда. Это прям что-то удивительное. Да? Это только начало, ты видишь? Оно пахнет? Бесподобно. Гуляночка, на. А ну на, понюхай. Чтобы только ветку не сломать. Давай. Иди сюда, я тебя подтяну. Вот так вот, понюхай. Очень пахнет. Пахнет? Такой нежный-нежный аромат. Ты представляешь, как будет здесь вообще какой аромат висеть, когда оно полностью все зацветет и взорвется. А, вот тоже есть. Короче, начинается, оператор. А, точно. Иди сюда, со стороны пока еще не видно, но будет очень красиво. Просто шикардос. Только давай, раз я уже сюда зашел. Огурчики, смотри, родничок. Катюня, ты шо, какие огромные, ё-моё. Ребята, так это я еще их ничем не поливал. Ты представляешь, что будет, когда у меня закваска будет готова? Обалдеешь. А ну-ка, смотри. Вчера убирали урожай. Как так быстро? Как так быстро? Осторожно, ты сейчас там будешь по кабачку ходить. Да не буду, не переживай. Дети, доедайте огурцы. Вот, нет, то маленький, то пусть будет. Вот большой. Вот, сынок, их очень много. Бери, срывай аккуратно. А он их боится. Бабушку угостите. Кого, огурцы боишься? Да они не гавкают. Они колючие, он говорит. Вот, пап, на. Что, сорвал? О. Ого, прям урожай у нас. Ой, ничего. Так там еще штук 5 надо вернуться. Обалденная печка, обалдеть просто.
На самом деле, я не знаю, видно, не видно, как красиво льется жар. Уже пахнет кофейком. Очень удобная, компактная, замечательная вещь. А если еще и вспомнить, что это ручная работа. И красиво. Катюша, очень. Она вообще бесценна. Да ты что? А на фоне этого ковра и качели, это просто какой-то шедевр. Беги за кисточками, надо это зарисовать. Катюнька. Уже вот-вот, да? Вот-вот, ага. Скипит. Не хочешь помешать творчику? Да я хотел бы, с одной стороны. С другой стороны, не хочется нарушать. Понимаешь, тут же в этом и прикол, что поднимается крема вот эти вот. Пух и щух. Все. Мы турецкий кофе варим как положено. Вот так вот медленно, медленно томим. В турочке. Угу. Ты положил эту ягодку туда, кардамонию? Так ты шо, конечно же. Сережка, снимай. Ты думаешь, что уже готово? А? Как минимум. Это такой процесс залипательный, что даже не хочется остановиться. Может, пусть вскипит оно и выкипит половина, а? Нет, это же красиво. Это же красиво. Я бы помешала. Немножко. А если присмотреться, вот там вот аккуратненько, вижу, да, где-то в глубине души, оно там кипит. Медленно причем. Видишь, как пенка поднимается? Это просто какое-то волшебство. Доставай, Сергей. Ёшкин кот. Теперь дай ему чуть-чуть отстояться. Может, ты сама будешь готовить? Я просто умею варить кофе, как положено. Ты не забываешь, что это глина, это не просто тебе чайник железный. И что, я не варю дома держит, чайник. Нет, она держит температуру и еще продолжает его готовить. Это я в том плане, что пена-то не падает? Слышишь? Угу. Дай ему отстояться пару минут, ставь сковородочку греть. А не разольется? Нет, наверное. Шикардос. Эх, ты, тефаль, тефлон, давай, твой выход. Смотри, угли мы не добавляем, поняла? Точнее, ребята, понимаете? Эх ты, что там? Сделаем бекончик. Ты сколько порций яиц будешь готовить? Все 30. Как, в одной сковороде? Я же сказал, мы сегодня будем тестировать ее по полной программе. Не, не в одной. Сколько хватит закладки угля? Поняла. Я думаю, что надо будет еще за одним лотком съездить. Сейчас мы пожарим немножечко этот почерок вкусный. Потом? Потом в виде бекона заберем его. Угу. На оставшемся жирке мы начнем жарить колбаску с яичками. Угу. Ребята, и чтоб меня покрасили все те, кто говорят, что я готовить не умею. Вы посмотрите, что происходит. Ёшкин ты кот. Если даже не умел бы, вот то ел бы такое. А? На самом деле, спасибо огромное за ваши разношерстные комментарии. Вы у нас молодцы. Даже те, кто пишут гадости, тоже, чтобы вы нам были здоровы. Ну, находите же время. А это самое главное. Если вы тратите, получается, самое бесценное, что мы имеем, то я уже перед вами снимаю шляпу. Спасибо от души. Маратик скоро вернется, все будет нормально. Мы ходили на барахолку и ходить будем. Потому что что? Одесса без барахолки? Ни то, ни сё. Правильно? Базары, привозы. Лично я считаю, вот наша именно та аудитория, коренная, именно наши родные, замечательные, непревзойденные, любимые подписчики смотрят нас не из-за цен, а совсем о другом, о хорошем настроении, правильно? Вот тебе на! Эх ты! А на хорошее настроение цен не бывает. Так что, ребята, пользуйтесь! И будьте нам здоровы. А, так ты еще и кушаешь. Приятного аппетита тебе и твоей семье. Ага, сейчас и мы будем таки нашу маму кормить. Что, ты мало видишь, надо еще? Да нет, не надо, Сережа. Так как Катюша. Да ну пусть выжарится сначала. Да ты что, не знаешь, как я люблю бекон? Ну ты потом следующую сковородочку. Ну, я хочу просто, чтобы это как это заполонило все днище. Пусть потихонечку томится. Тут вообще процесс. Слушай. Долго играешь. Славик. Славик. Товарищ Вячеслав, гончар. Нужна теперь такая большая печка. Да не надо. Угу. Этого хватит за глаза. Я хотел сказать, только что поймал себя на мысли, вот как аккуратно, с любовью, медленно, не торопясь приготовили кофе, точно так же начинает готовиться и почеревок. Нет этой скорости.
сумасшедшей этой динамики нашей жизни, что мы куда-то бежим, все время торопимся. А вот так вот, тихонечко, потихонечку, с расстановочкой, со всеми ароматами готовишь. Ё-моё, ты что, жирка уже напустил бекончик? Обалдеть! Ты бач? Смотри, как регулируется, короче, поддувало. Ты вот снизу немножко полохматил вот так вот. И оно сразу же активно. Да, и оно раздувается. Что, тебе тоже нравится? Проснулся человек, ребенок. Катюня. А, тихо, не перепутать. Щипцы, пинцетик. А? Очень, очень тебе сегодня лучшить. По твой вот этот вот внешний под прикид? Вид. В верхней части. Я понял, там туловище. Не поварешками, там ничем, а именно вот так вот аккуратно. Это высокая кухня. Да, вот. Может, я гурман. Только еще никто об этом не знает. Даже я. Но я, как это, на правильном пути. Тебе не кажется, что пора уже вынимать его? Бекон? Да. Ну, по количеству жирка уже, в принципе, нам достаточно. Но нет, я же только первый раз переворачиваю. Я хочу, чтобы он ты был... Хочешь, чтобы он нет, был... нет, немножко хрустящий, да. Ну пусть чуть-чуть потомится. А нам есть чем заняться. Не, ну на самом деле, Миша, ёшкин ты кот, спасибо огромное за такую благодарочку. Вот теперь главное вспомнить, что она у меня есть. И начинается наше видео. И я тебе говорю, Либован Продакшн, Одесская киностудия, и звук прямо именно такой. И штурвал сейчас должен. Что? Ну ты? Так давай ее соорудим на дереве, как в ресторане Архимус. Катюня! Вот ту маленькую Катюня. Ты будешь брать с собой на привоз и на Киевский, или еще куда-то, и на барахолочку. Тот колокольчик? Да. Да не, ну это будет... ну, такое, то это так. Чего это тебя... такое? Вот тот колокольчик, это я тебе буду так вот дрынкать, чтобы ты мне кофейку сварила здесь. Ты что-то, наверное, перепутал, по-моему. Ну, ладно, наоборот. Не, ну хочется, чтобы это звенело. Я тебе сделаю, чтобы у тебя звенело. Что ты на глаза туда кинула? А что-то как будто бы... Что? Зашкварчало активнее, чем ранее. Показалось. Иди, моя хорошая, я тебя карателькой угощу. Я в шоке. Да давай. Телячья. Порежь. Миллион, только... миллион, миллион алых роз. Это песня для Галкина. Из окна, из окна, из окна, видишь ты. То влюблен, то влюблен, то влюблен, не всерьез. Что, тоже поет? Ты что, семья певцов, и я тебе говорю, аккуратненько. Жил-был художник один, домик имел и холсты. Но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целую кучу колбасов. Колбасы, 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 хочешь ты? Попроси, 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 я же дам. Катенька, да не стесняйся, родненькая. Я тебе говорю, ну именно, ты не понимаешь, чистой воды. Ульяночка, иди, я тебе колбаску дам. Туда отнеси, понятно? Сейчас. Он сейчас принесет тебе. А ты куда идешь? А ты что, будешь? Да. Аккуратненько, это именно телячья. Сестрина отнеси. Осторожно. Маме дай. И бабушку угости. Смотри, думаешь, что за дурдом? Что за дурдом? Иди бабушке угости. И что, вкусно? Бесподобно. Бабуля. Слушай, на такой колбаске бы оливье забабахать. О, вот и рецепт на следующий раз созрел. Да не торопи события. Можно, сейчас тебе брат принесет. Алексей, отнеси. Катюнька. А можно мне тоже глоточек? Он сказочный. Да? А с кардамоном ты просто... Марат! Если ты до сих пор в Израиле не едешь только потому, что ты не можешь найти кардамон, оставь его в покое. Тут какой-то такой карамельный, да, привкус? А потому что черный кардамон королевский. Для королевы.
Да. Лошадиной. А что ты думаешь, у лошадей королевы нет, что ли? Я ничего не думаю, Сереж. Так получается, тогда я конь, что ли? Жеребец. В пальто. Был в пиджаке. О, Катюша, вот это уже то, что я люблю, посмотри. Ёлки-палки. Я хотела уже доставать это. Да успокойся, это то, что уже похоже на... А ты поменяй их местами. На вот прелесть. Эти, вот эти серединки на краешке, а вот эти, которые с краешков... Что, может взять тебя поснимать чуть-чуть? Да, давай, на, возьми, держи. Давай я попробую. Я пошутил. Ну, мне интересно. Да, ну не пущу, ну, мне ну, хочется. Ну не бывает две хозяйки там, где о, ты думаешь, вот ёлки-палки. Вот ты сделал то, что я тебе сказала. Молодец. Да я и без тебя об этом все мог молодец, понять. Молодец, мальчик, молодец. Я и без тебя об этом молодец. Мог понять. Успокоилась, ёшки, ты что, ай-яй-яй. Кобылка, разошлась, ты посмотри. Сережа. Что, королева? Можно еще раз петь? Жил-был художник один. Домик имел и холсты, и на все деньги купил очень чуть-чуть колбасы. Миллион, миллион, миллион колбасы. Лови, моя хорошая. Опача. Ты видала? Снайпер. Давай, еще раз кидаю. Лови ты. Колбасня. Ой. Ребята, вы папе не даете немножечко насладиться жизнью. Ну, уже обеденное время. А, тогда да, тогда дети даете. Дети хотят есть. Хорошо. На, отнеси бабушка это там в мусорку. В огороде. Это не бабушки, самые... это в мусорку. Подними то, что упало. Это не бабушки, не бабушки. Это в мусорку. А ты хочешь белого или темного? Возьми темного. Конечно, темного, он же дешевле. Давай. Аккуратно, руки не суй. Спроси еще, кто-нибудь будет. На всей улице. Да не, у ребят не надо, мы им с яйцами потом предложим. Я пошутил. Ульяночка, вы с бабушкой будете хлеб? Елисейка, не лезь под ножичек, срок. Мой хороший, оставь немножко пожарить, как я хотел. А то ты мне сейчас все планы порушишь, придется опять ехать в Одессу. А мы же уже сегодня там были. Хотя у нас тут и в Рослебентале есть хороший базар. О, с колбаской. Так. Да нам и... Сейчас Елисейка наестся. Угу. И потом уже не сможет. Поэтому конкурентов у меня не будет. И что? И я весь этот бекон, так же с хлебушком, как он только что делал с колбаской, буду есть. Да, огурчик бабушке отнеси. Алексей. Успокойтесь, давайте человека так покормим. Он первый он раз в гостях и подумать, что бутерброд туда. Накидали всякими сухофруктами и все. С огурцом же вкуснее будет. Возьми огурчик. Тогда на, иди сюда. Раз ты уже бегаешь, то бегай, это нормально. Ёшкин ты кот, ты шо, ай-яй-яй. То, что надо. То, что надо. Скажи, бабушка, перекус между работами. Да. Вот всю эту половину. А, на что ж ты положишь? Нет, помидор. Хочешь? С тарелочкой. Не, бабушка скажет, так красиво меня еще никто за стол не звал. Не звал. Оц-тоц, перевертоц, бабушка здорова. Оц-тоц, перевертоц, кушает компот. Оц-тоц, перевертоц и мечтает снова. Пережить налет. Да. Ты таки умеешь петь. Что еще дать тебе бабушке? Все. Две колбаски? Он отнес хлеб с колбасой. На, чуть-чуть посоли бабушке вот так вот. Потому что сладкая помидора должна быть. О, вот это лучшая картина маслом. И яиц не надо. Сынок. Ты у папы таки талант. Ну а теперь, молодчики, грёзные налётчики, бабушек не смеют уже больше обижать. Не, Ульяночка, а ты не эту песню пей, пой. Пей, пой. Да. Фраер, толстый фраер, на рояле нам играет. Девочки танцуют и пижоны поправляют свой кис-кис. Сегодня лонжерон гуляет. Сегодня Белочка справляет. Во-первых, это горячая. Свою помолвку просим спеть ее на бис. Дальше. Белла, не ломайся, не рассказывай мне майсы. Помнишь, как в Херсоне мы давали удивительный гастроль? Хрусты летели и летели, а мы с тобой давно вспотели. Мы танцевали нежный танец, карамболь. Опа!
А бекон не дам, он горячий, горячий. Все, оператор. Файн. Боже мой, как это красиво, посмотри. Мама дорогая, слушай, а что с этим углем, он как будто бы не заканчивается? Давай яички вбивай. Замер себе и то, что надо. А, колбаску теперь. Подожди, яички, теперь колбаску, да? Это ты что-то так долго, Сережка, прямо вот ты это. Ты меня услышала по поводу того, что я сказал тебе, как приятно готовить на этой печке? А, то есть ты получаешь удовольствие. Это передается, вот эта аура от гончара. Ты же быстро это не сможешь сделать. Это пока создай глину, пока слепи, пока пройди все этапы закалки. Угу. Вот отсюда тебе и не хочется торопиться. На самом деле это очень благородная печка. С лайк от всей души, с хорошим настроением, я буду на этой печке готовить медленно. Угу. Все, сейчас раз перевернул, яичками забил. Ой, это что же мне тянет туда, куда не надо? Что? Ох и грохот сегодня. Что или сеть? Кто еще ко мне не обращался сегодня? А? Пей песню. Какую? Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет, наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю колбаса. Моряка, да? Ой, самый удивительный процесс. Катюша, я тебе говорю, как это приятно, обалдеть. А знаешь, за что я себе уже думаю? Что вот мы, короче, там едем в какое-то путешествие. Долго едем и сильно проголодались. Я такой останавливаюсь там у дороги, покупаю бабушек яички. Достаю, Славика, эту штуку. И начинаю жарить. И где-то в лесу у дороги начинаю жарить. Хорошо, ты придумал. Ну, а потом поджигаю, понимаешь? Что поджигаешь потом? Печку. А-а-а. А так-то вкуснее, правильно? Да. Миланя говорит, дайте и мне яичко, слышишь? Да дадим, дадим. Сережка, тут уже готово? Катюша? А. Да я вот уже, я быстренько, вот уже хлебушек у меня уже тут тоже готов. Скажи мне, подожди. Ой, а давай прямо подожди. Из сковороды, знаешь, как раньше кушали? Чего ты торопишь события, я так и хотел. Вот чисто вот яичко посолить, и у меня здесь было, о, капелюшечка, специи. Не, она хорошая. Это вот с Израиля, это конечно. Это лишнее. Да не лишнее. Ты шо? Да хотелось просто яйцо. Да без всяких там вот этих вот. Хотелось. Ребята, смотрите. Какая экономная печка. Это просто, я не знаю, тут можно еще и борщ сварить. Это слава. Ты такие красавец, елки. Вообще люди, которые создают что-то своими руками, нема вам цены. Вот благодарю за то, что вы есть. Это шедевр. Я понял. Еще один кофеек сварим, а? А чего нет? Где солька? Помидорочку, огурчики. Катюня, черный или белый хлебушек? Ты что будешь макать? Давай я по-братски. Да. А? Угу. Вот так вот. Давай? Давай. Смотри, 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 смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты что? Вот это да. Не горячо тебе, нет? Очень. Огурчик наш возьми. С удовольствием. Угу. Смачного. Это самое вкусное яичница, что я ел. На самом деле, ребята, так я еще колбаску не пробовал. Эта печка даже готовить по-другому. Будем в следующий раз на барахолке. Угу. Надо будет карася со Славиком. Будет. Да подожди ты, за тажин погутарить.
вкусно. Угу. А мне такое даст? Нет, конечно же. Папа, я помню, когда мы снимали видео раньше, когда мы были в Турции или где, нам вот такой вот завтрак давали. Колбаса, бекон, огурец, помидоры и хлеб. Турецкий завтрак называется. Али липованский. Вряд ли там был бекон, да. Хрустит? Потому что с беконом любой завтрак становится липованским. Мараджан, вот скажи мне, ну где у вас в Израиле вот такие помидоры? Я что-то поторопился и в кофе сахар добавил. Надо было не добавлять и в прикуску с кофейком. Очень сладко. Отрежешь мне кусочек? Угу. Сейчас Марат и все наши любимые евреи, ребята. И не только. После такой картины маслом, после просмотра, бегом в аэропорт, покупайте что-нибудь себе не будь и добирайтесь таки в Одессу, пока не закончились помидоры. Хотя они только начинаются. Ваше здоровье. Миша. А я теперь, когда, ребята, беру рынду в руки и говорю слово «Миша», а это значит сразу «Мойша». Это помидорка такие тебе родненькие. Давай, будешь в Одессе, я ее для тебя приберегу. Короче, друзья, я це души с хорошим настроением для вас сегодня. Пел песни. Жарил яйца. Одесский варил липован. Кофе. Варил кофе, самое главное. Одесский липован. Всем пока-пока. Чао. Чао.